Если ты пропустил московский киберспорт премьер лига в дисциплине UFC 4, ты пропустил самые ожесточенные бои на всем белом свете. Да тут хлестались похлеще, чем в Мартаче. Болевые, нокдауны и нокауты – зрелище не для слабонервных. Если бы на ринг выпустили двух голодных тигров, они бы так не дрались, как дрались наши участники. Не буду нагнетать интригу, скажу сразу. Родион Васильев, он же Камапуля, катком проехался по своим оппонентам. Хотя в финале его встретил не соперник, а кремень. Артем Хекстер Амбарян, который самую малость не додавил оппонента. Итог: Родион первое место, Артем второе место. Не менее ожесточенным и красочным получился и матч за третье место. Чтобы определить победителя, Андрею Друпи Бадаляну и Максиму Слэти Макс Енакяну пришлось играть три боя. И поверь мне, это было жестко. По итогу противостояния Андрей практически зубами вырвал победу. Поздравляем участников и ждем всех во втором сезоне.